Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Се Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Се Нанда Нанданам Банде Радхика Чаруно Дайам Гопиджана Самаюктам Биндаванам Манухара Ванша калпатару ашке пасинду бхача, патитананг павуне бхавишна бибью намо намах, мукан кароти вачаланг пангунланг хетгрин, ятки патамаханг банди парамаанандамадвам, бриндавиту сидебай пиявай кесвасача. Шна бхакти паде деви саттваттвей намо намах Нараяна намаскритта нарунчайва нароттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудира Санкиртане кришна катхо падеша Гаурия патрасшо пракаса неча Садану ракта гуру бхакти юкта бхакти прамадакша гаго гарана дхейям сада парибхавагнам авиштадухам тетхас падам сива виранчанутам сараньям ветаттихам панутопал бхавадипутам банде махапурушате чаранар Яд пада паллавана качанда мани чатая Бисфирджита кимапика бабадушва дарша Пурнану рагра сасагра сару мурти Сарадикамай кадам кипам карас Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта гададхара сивасади Бхаура бхакта винда Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Вададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Аджануламбита бхужау канака бодату Санкиртанай капитару камала ятакшу Вишамбару диджавару жугадхарма палу Банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктин ча муктин ча дада синитам Бхавану рупена сада наранам Ганга таранга рамания жатха калагам Гаури нирантара бивуши табам бхагам Нараяно приямананга мада апхарам Барану сипурапати бхажави шанатам Пагиша джушу бадане Лакшмир джаса ча бакшаши Джася стихида самбит Пам нишинга махам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Javat linga nituhi atma. Javat linga nituhi atma. Tattavat karma nivandhaman. Nivandhanam. Tataha viparjaya klesaha maya jogo anuvartati. Kauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru told that. Kauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, then we'll have to think deeply about what will happen. Что пока мы находимся в материальном мире, и у нас есть это тело, мы должны задуматься о своем будущем, о том, что произойдет после того, как мы лишимся его. Парамахамса Джагадгуру Шрила Прабхупада говорит, что пока мы живы, пока у нас есть это тело, мы должны задуматься, где мы окажемся после смерти, что с нами станет. У нас должно сформироваться четкое понимание, четкое понимание того, куда нам нужно. В противном случае майя будет забрасывать нас в разные части материального мира. Джарабхарата был абсолютно невинен, но люди, которые совершали поклонение Бхадракали, взяли его в плен, связали его и уже привели в место жертвоприношения и уже были готовы срубить ему голову на жертвенном одре. Но видя это, Деви была ужасно разгневана. Она вышла из своего божества и убила всех, кто собирался принести в жертву Джадабарату. А затем, после того, как она срубила их головы, начала вместе со своими спутницами играть с ними, словно волейбол. Вайшнав всегда под защитой. Ему нечем бояться, нечего бояться. But it is not good. Prabhupada speaking, you are not actually intelligent. Прабхупад говорит, по-настоящему вы неразумны. Вы неразумны по-настоящему. Жизнь за жизнью вы рождаетесь и умираете, но не хотите прекратить этот бесконечный процесс. Именно поэтому вас нельзя назвать разумными. После того, как вы оставите тело, его сожгут или закопают в землю. Пять элементов, из которого состоит ваше тело, сольется с Панча Будда в пять элементов земли, пять элементов этого мира. Вода пойдет к воде, земля к земле. Однако тонкое тело, которое называется Каран Шарир,
Karan Sarir, which you call fine body, subtle body. It's called Karan Sarir. Karan means cause. Karan Sarir. Karan означает причина. Your body can somehow, they can do something, but your fine body can go gradually with the jivatma. После того, как вы оставите тело, дживатма выйдет из него, ее будет сопровождать наше тонкое тело. Оно пойдет за дживатмой. К примеру, напротив расположен сад. Там растет жасмин. И сидя здесь, мы ощущаем аромат жасмина. Хотя мы можем и не знать, что сад находится там, но мы чувствуем аромат. Ветер доносит до нас его. Сам цветок жасмина находится в саду, в отдалении от нас, но мы ощущаем его аромат. Точно так же, когда наша атма покидает тело, тонкое тело, словно аромат жасмина, следует за дживатмой. В соответствии с кармой вы получите новое рождение. Если у вас большой благочестивый запас, вы сможете родиться как в теле человека, может быть, даже стать саду. Если вы грешили, вам придется стать животным, ослом, обезьяной, а может быть, даже родиться в более низкой форме жизни. К примеру, насекомые, комары, земляные черви. Нет никаких гарантий, в каком теле вы родитесь в следующий раз. Но что представляет собой проблему, так это то, что, получив тело человека, мы не думаем об этом. Мы думаем, что это какие-то сказки, которые совершенно не касаются нас. Мы не чувствуем сердцем, что это стопроцентная правда. Именно поэтому Прабхупад и говорит, что нашей обязанностью, живя в обретя человеческое тело, четко понимать, что произойдет с нами после того, как мы его оставим. Ведь мы не являемся телом, мы атма. Javat linga nito hi atma tavat karma nivandhanam. Very important slogan you should remember. Это очень важная шлока, которую стоит запомнить. Javat linga nito hi atma tavat karma nivandhanam. Tato viparyaya kleshaha maya yogo anuvartati. That's mean, so long as your atma мне говорится о том, что пока атма связана с тонким телом, каран-шарир, который состоит из ума, разума и ложного эго, Man, buddhi, chitto, anka, your fine body is made up of these four things. Man, buddhi, chitto, anka. Man, buddhi, chitto, ahankar. Тонкое тело состоит из этих четырех составляющих. Your, fine body, linga, sarir. When you follow your atma, till then you will have to suffer and suffer and suffer
И пока за Дживатмой идет тонкое тело, пока оно сопровождает Дживатму, и придется страдать. Бхактивинода Тхакур пишет в своем киртане: «Джай Джай Харинам». Jayo jayo hari nam chidananda mito dham paratato akhyaro yakara nijo jane kipa kori nam rupe abhotori jive daya korile aparo. Very beautiful. You can get lost. Замечательный киртан. You can get lost if you are... Если вы по-настоящему искренне и хотите обрести милость гуру и вайшнавов, вы забудете обо всем, погрузившись в этот киртан. Я прошу всех вас. Все мы рано или поздно должны начать особый намабаджан. Мы должны очень серьезно относиться к намабаджану. Сейчас мы повторяем, как попало. Нет времени на харинам. Это неправильно. Необходимо очень серьезно повторять харинам. В 3 утра, в 3.30 начинать повторять. Необходимо в обед выделить время, вечером выделить время и повторять очень внимательно, сконцентрированно. Если вы не станете делать этого, если вы в конце концов не примете прибежище намабаджана, все, что вы делаете, бессмысленно, поскольку это самое главное. Если вы не примете прибежище намабаджана, что бы вы ни делали, бессмысленно. В конце концов, мы должны достигнуть такого состояния, когда харинам станет для нас всем. Один преданный из Америки задал вопрос Шили Бхактивиньян Бхарати Госвами Махараджа и мне также. Задавали такие вопросы. Он сказал: «Я совершал так много служения, но до сих пор не испытываю никаких чувств. Я вложил столько энергии в свое служение». И Махарадж сказал: «Да, вы посвятили свою жизнь служению, но так и не приняли прибежище намабаджана. Гуру Сева не подразумевает под собой отказ от намабаджана. В нашем обусловленном состоянии мы толком не понимаем, как воспевать. У нас нет вкуса к воспеванию. Именно поэтому мы сконцентрированы больше на служении. И в процессе своего служения повторяем харинам». Вспомните, недавно мы говорили о том, как Прабхупаде задали вопрос, преданные подошли к нему и сказали: «У нас нет времени воспевать, нет времени повторять, мы слишком заняты служением на протяжении всего дня». А Прабхупад ответил: «А что вы делаете ночью? Вы должны повторять ночью». Услышав такой ответ, можно подумать, что Прабхупад был абсолютно бессердечен, безжалостен. Но, напротив, он был самым сострадательным. Если мой Гурудев, говорит Прабхупад, вдохновляет меня на материальные наслаждения, это и есть проявление бессердечия, безжалостности. Just today noon time I was speaking Harikatha.
Сегодня в обед я говорил харикатху, который упомянул как один преданный, которого я встретил по пути. Давно уже это было. Он издалека увидел меня и подошел. Спросил: «Вы Шьямал Кришна?» «Да, а вы кто?» Он сказал: «Я ваш духовный брат. Меня зовут так-то». Ну, я не помнил. А потом я вспомнил. «Да, 25 лет назад это я видел тебя». Он знал меня еще по имени Брамачари. Он был грихастхой. Он был с дочерью и стал прославлять ее. Дочь не была вайшнави, а и сказал, она занимается модельным бизнесом, то есть она модель в очень важном. А, то есть однажды мы пришли к ней, с ней к одному махараджу, к одному ачарье, который сказал, посоветовал ей начать модельную карьеру. Я был поражен, услышав это. Я сказал: «Вы действительно считаете, что этот ачарья дал вам хороший совет?» Модельный бизнес осквернен, неблагороден. Что же это? Это и есть подлинное сострадание гуру и вайшнава? Если гуру и вайшнавы сами будут обманывать меня, бросать тем самым в огонь, то кто поможет мне? Так, Прабхупад говорит, тот, кто указывает нам неверный путь, по-настоящему бессердечен, безжалостен. Но если я не исполню свою обязанность спасти вас, я стану точно таким же бессердечным человеком. Если я не помогу вам пересечь океан Майи, я не могу называться саду, вайшнавом. Я обязан спасти вас от оков Майи. А если я буду делать противоположное, то тем самым уклонюсь от своих обязанностей. Итак, до тех пор, пока наше тонкое тело не отдельно от нашей дживатмы, нам придется страдать. Но если я буду совершать, повторять харинам, не сегодня, так завтра линга шарир, то есть тонкое тело, оставит мое дживатму. Мы стараемся защитить свои анартхи, свои недостатки, так, чтобы гуру и вайшнавы не увидели их. Но как бы вы ни старались, гуру и вайшнавы видят абсолютно все. Итак, необходимо расколоть тонкое тело на маленькие частицы и избавиться от него. До того момента, пока вы серьезно не станете относиться к харинаму, к намабаджану, вы ничего не достигнете.
не достигнете должных результатов. В конце концов, вам придется прийти к нам, Абаджану. Сегодня я говорил о жизни Аджамила, о том, что с ним стало из-за его кармы. Он был рожден в замечательной брахманической семье. С детства он поклонялся Шалаграму, был брахманом. Как же случилось так, что он пал, так низко пал? Почему это произошло? Из-за отсутствия должной гуру Крипы. В моей жизни часто случалось, что некоторые хотели моего падения. И они пытались предпринять что-то, чтобы это произошло, но мой Гурудев спасал меня. У них ничего не получалось. Хотя было много попыток. Я не знаю, получил ли Аджамила посвящение у подлинного гуру. Гайтри мантра, которую мы повторяем, настолько могущественная, что лишь благодаря ей мы сможем обрубить материальные оковы. Но проблема в том, что к гайтри мантрам никто не относится серьезно. Мало кто относится серьезно. Несмотря на то, что Аджамила был брахманом, поклонялся Шалаграме, не было достаточной силы, которую он мог бы получить от гуру. И именно поэтому он упал, так низко пал. Как я говорил вчера, человек, который абсолютно невежественен, и тот, кто является таттвавид, занимает совершенно разные уровни. Невежественные люди полны анартх. Я уже говорил об этом. Пока атму окутывает тонкое тело, дживи не достичь уровня таттва-вид. Тот же, кто достиг этого уровня, хоть и видит этот материальный мир, но ни к чему не привязан в этом мире. Они точно так же живут в этом мире, так же, как, казалось бы, и мы. Они едят, спят и так далее. Однако они никак не соприкасаются с материальным миром. Лишь кажется, что они контактируют с этим миром. На самом деле они понимают, что все, что есть в этом мире, не что иное, как иллюзия, майя. Они прекрасно знают, что мирская любовь бессмысленна. Поэтому они абсолютно равнодушны к ней и всем проявлениям материального мира. Те же, кто находится в майе, все, что
что происходит с ними, все беды, несчастья или какие-то благоприятные обстоятельства воспринимает неотличными от своего тела. Но вы же не материя, вы не материя. Но человек в невежестве считает себя материей. Он забыл о том, что он атма. И лишь майя при помощи трех гун материальной природы заставляет людей танцевать под свою дудочку. Подобно куклам, марионеткам в кукольном театре. Невежественная джива считает, что, сталкиваясь с болью, она действительно испытывает это, то есть сталкиваясь с каким-то несчастьями, она действительно испытывает боль. Но на самом деле этот мир — ничто иное, как сон. Махадев всегда с полузакрытыми глазами, всегда так изображают его. Точно так же Бхактивинод Такур. Есть изображение, где он с полузакрытыми глазами. Это символизирует то, что подобные личности совершенно не проявляют интереса к материальному миру, потому что они сосредоточены на трансцендентном мире. Но как живем мы? Наши глаза широко открыты, и мы постоянно смотрим по сторонам. Нам все очень интересно в этом мире. Что там случилось? Дайте-ка посмотрю. Что-то люди там кричат. Но чистым преданным это совершенно неинтересно. Они не тратят свое время ни на политику, ни на какие-то мирские новости. Все, большинство духовных организаций стали политическими. Итак, Аджамила был благочестивым браманом. Однако, из-за того, что он был лишен духовной опоры, увидев непристойную сцену, он пал. У каждого человека есть определенные нравственные границы. К примеру, резину можно растягивать, но делать это до определенной степени. Если слишком сильно растянуть, она порвется. То есть она тянется до определенного момента. И точно так же у всех у вас есть своя нравственность, свои нравственные устои. Но до определенной степени. До какой степени они имеют место быть? И хватит лишь до определенной степени. Пример этому история Санатаны Госвами. Когда его заточили в тюрьму, он хотел
выбраться из нее и просил стражника, чтобы он отпустил его. Сначала он предложил ему 10 тысяч, 1 000 золотых монет. Он сказал, конечно же, нет, как я могу помочь вам? Затем он предложил 4, тот отказался. А за 5 000 золотых монет он согласился. Точнее, он начал подумывать о том, чтобы согласиться. Тогда Санатана Госвами придумал замечательную историю, которую он мог бы объяснить, свой побег, которым стражник мог бы объяснить царю побег Санатаны Госвами. И тот согласился. То есть до 5 000 его нравственных устоев было достаточно, но затем она закончилась. И это применимо к каждому материальном мире, но только не гуру и вайшнавам. Какая бы огромная майя, какие бы колоссальные возможности не открывались перед гуру и вайшнавами, они не смогут подкупить их. Ведь они связаны с Бхагаваном. Они за пределами материального мира. Соответственно, они не могут пасть, не могут соблазниться чем-то. Пример из жизни Бхактидайта Мадхава Госвами Махараджа. Когда он только начал свою проповедь, один его духовный брат распечатал плакаты с фотографией Шрилы Бхактидайта Мадхава Госвами Махараджа. Его духовный брат распечатал его изображение и стал всем стал распространять на улице эти листовки и говорить всем, что это обманщик, который своровал деньги. Когда Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж получил, то есть узнал, что происходит, он просто рассмеялся. Итак, гуру и вайшнавы не испытывают тревоги, страха. Итак, до тех пор, пока вы не начнете серьезно воспевать Харинам, вы не достигнете нашей главной цели. Какое бы служение вы ни осуществляли, вы должны делать его вместе с воспеванием святого имени. Прежде всего, необходимо принять прибежище Харинама, Нама Прабху. Итак, нравственности Аджамилы хватило до определенного момента, до определенной степени. Увидев грязную сцену, он... был соблазнен. Но в конце концов он все-таки, жизнь его увенчалась успехом. Как мы знаем, его младшего сына звали Нарайна. Когда он назвал своего сына Нарайной, то есть первый раз произнес имя Нарайна, он избавился
от всех грехов, бесчисленных грехов. Однако корень анартхи до сих пор присутствовал в его сердце. Но день и ночь он повторял имя своего сына. И хотя он адресовал именно к нему, он повторял Нараяна без оскорблений. Итак, первый раз, когда он произнес имя Нараяна, он избавился от грехов, которые совершал на протяжении жизни. А затем, повторяя вновь и вновь имя Нараяны, он очищал свое сердце от анартх. А в момент смерти он увидел посланников Ямараджа, которые были ужасные. Испугавшись, он стал звать Нараяна, Нараяна, Нараяна. Он взывал к нему от всего сердца. И последние свои дни он провел в кровати. Он не мог уже грешить. Он был при смерти. И на его зов пришли четыре посланника Вайкунтхи. И тогда между Ямадутами и Вишнудутами состоялся разговор. Слыша прославление святого имени, слава святого имени вошла в его сердце, то есть до конца очистила его. Если вы примете омовение в Ганге, вы очиститесь, но если вы лишь взглянете на Вайшнава, вы получите тот же самый эффект. Итак, благодаря тому, что он услышал прославление Харинама, его сердце изменилось. Их разговор оставил глубочайший отпечаток на сердце, что полностью искоренило анартхи. И видя милосердие Вишнудутов, он до конца очистился. Ямадуты, Вишнудуты прогнали Ямадутов. И он решил, что больше никогда не станет грешить. У него появилось вайраги, отречение. И больше никакая материя не могла соблазнить его. Ни мужчина, ни женщина, никто не мог сбить его с пути. Как я говорил вчера, когда ваше отречение станет естественным,
ваш ум станет не материальным, а тонким, необыкновенно разумным. Вы сможете ясно понимать, что есть хорошо, что плохо, кто является вайшнавом, а кто нет. Итак, долгое время Аджамила страдал от оков кармы. И точно так же мы страдаем от нее до тех пор, пока наше тонкое тело следует за дживатмой, связано с дживатмой. Мы сталкиваемся с глубокой болью, разочарованием. Випарьяя преша, майя йогону анувартате. Майя can follow you, майя can chase you, майя can chase you. А майя идет у нас за нами. Постоянно наказывает нас. That how abhidhan purush and abhidhan. And I was speaking yesterday that two birds are living in this. Вчера я говорил о двух птицах, которые живут на одном дереве. And one bird not eating anything, only watching. Дерево представляет собой наше тело. Одна птица вкушает плоды, а вторая ее близкая подруга просто наблюдает за ней. Вы видели когда-нибудь планеты? Космос. На видео. Это поразительно. И представляете, это всего-навсего Солнечная система. Это небольшая часть космоса. В миллиарды раз больше. Весь космос в миллиарды раз больше. Будьте разумны и всегда пытайтесь осознавать свое относительное положение. Эйнштейн много размышлял об этом. Он думал, что есть время, и был поражен. Что есть пространство, что есть космос? Когда мы поймем, насколько мы ничтожны, мы будем... Все покажется нам смешным. Сейчас мы... Нам кажется, что мы представляем из себя больших людей, то есть очень значимое. Но когда мы осознаем свое относительное положение, кто мы по сравнению с бесконечным космосом, а точнее в сравнении с Анантадевом, вы думали когда-нибудь об этом? Похоже, никогда. У вас же нет на это времени. Не забывайте об этом. Все время думайте, кто я. Мы подобны пылинкам, которые можно сравните себя с планетами, находящимися в космосе.
И так пока вы не осознаете свое относительное положение, свое крошечное, насколько вы крошечное в сравнении с космосом, вы не начнете серьезный баджан. Вы знаете, почему вайшнавы настолько смиренны? Думаете, они притворяются? Нет. У группы санатны не было абсолютно ничего. Они отказались от всего. Почему? Потому что они осознали. Они осознали. Кто они в сравнении с Бхагаваном? Харидас Такур молил Махапрабху. Махапрабху спросил: «Как ты, Харидас?» А он ответил: «Телом я в порядке, но проблемы в уме. Я не могу закончить три лакха харинама». Махапрабху спросил: «Зачем тебе повторять три лакха харинама? Ты уже махатма. Ты можешь повторять и меньше». Но Харидас Такур не соглашался. Он сказал: «Мне кажется, что ты скоро покинешь этот мир. Но пообещай мне, что я не увижу лилы твоего ухода. Пообещай мне. Я не хочу видеть то, как ты уйдешь. Поэтому, пожалуйста, позволь мне уйти, прежде чем уйдешь ты. О, Харидас, все мои игры связаны с тобой. Если уйдешь ты, как я останусь здесь? С кем я буду совершать свои лилы?» Харидас ответил: «Не говори так. Если такое ничтожество, такое насекомое, как я, умрет в этом, умрет, что изменится? Бесчисленные браманды, которыми повелеваешь ты. Не почувствует, если такое крошечное существо, как я, покинет этот мир». Понимаете, это говорит сам Харидас Такур. Чего бы ни желал преданный, Господь всегда исполняет его желание. Этому есть много примеров. Один преданный ученик Бхактивидьянта Мадхава Госвами Махараджа или Шрила Бхактивинода Тирти Госвами Махараджа, он жил в Хайдарабаде, в храме в Южной Индии. И он очень хотел оставить тело на берегу Ганги. И мы думали: как такое возможно? Он живет в Южной Индии, а Ганга за тысячи километров от него. Но он хотел этого. Он говорил об этом время от времени. Однажды преданные из Панджаба приехали на автобусе в Южной Индии и оттуда объявили, что поедут назад в Харидвар. И они взяли с собой этого преданного. Он был уже в возрасте, стар. Поехал с ними в Харидвар. Преданные поклонялись там Ганге, принимали омовение, там очень красиво, прекрасная погода.
Но преданный не обращал внимания на окружающих. Он был полностью сконцентрирован на лотосных стопах Господа. Однажды все преданные пошли принимать омовение на Гангу. Возможно, это были Кадыши. Он сидел чуть-чуть поудаль от всех преданных и повторял Харинам. Он неожиданно почувствовал боль и лег на землю. Преданные подбежали к нему. Прямо на берегу Ганги это было. И спустя какое-то время он оставил тело. Понимаете? И точно так же Махапрабху исполнил желание своего преданного. Харидас Такур хотел, чтобы в момент смерти он мог прижать к себе лотосные стопы Гауранги и видеть перед собой лотосное лицо Махапрабху. И Махапрабху исполнил его желание. Он пришел к нему на следующий день. Харидас Такур пригласил его сесть. Он обнял его лотосные стопы и сконцентрировался на лотосном лице Махапрабху и со словами Шри Кришна Чайтанья покинул этот мир. Так что же вы думаете, Кришна обманщик? Если вы поймете, кто такой Бхагаван, вы никогда не оставите его лотосные стопы. Лишь потому, что вы не понимаете, кто он, какой глубочайшей любовью к живым существам он обладает, вы постоянно устремляетесь куда-то, где нет его. Но когда вы осознаете все, вы не сможете больше игнорировать Бхагавана. Вы четко увидите, что нет у вас в жизни друзей. Нет в этом мире у вас друзей. Даже вы сами себе не друг. Лишь Бхагаван ваш настоящий друг. Ну, точно так же вайшнавы, поскольку они являются воплощением Бхагавана. Они не отличны друг от друга. Итак, Бхагаван Шри Кришна говорит Удая. Одну из этих птиц можно сравнить с Параматмой, а другую — с Дживатмой. Они закадычные друзья. И с незапамятных времен вместе. Как я говорил, даже если вы приложите все силы, чтобы избавиться от связи с Бхагаваном, у вас ничего не выйдет. Это невозможно, поскольку отношения с ним вечны. Но отношения с женой, отцом, матерью, вы
разрубить можете, разорвать. Но материалисты, казалось бы, разрывают отношения с Господом и создают отношения с женой, родителями, детьми и так далее. Но эти отношения не вечны, это они материальные. Не сегодня, так завтра их придется оставить. Но мы верим в них, верим в деньги, верим в материальное положение и совершенно не уделяем внимания Бхагавану. Итак, одна птица, которая является дживатмой, пожинает плоды собственной деятельности, вкушая плоды этого дерева. Ей это очень нравится. Ей эти плоды кажутся необычайно вкусными. Но вторая птица лишь наблюдает за ней и к этим плодам не прикасается. Как я уже говорил, даже если дживатма отправляется в ад, параматма идет за ней. Идет за ней и плачет. В каком же плачевном состоянии ты оказалась? Вспомните историю с Бхаттатари. Брахман, который сопровождал Чайтанью Махапрабху в паломничество по Южной Индии. В действительности, если Махапрабху придет в ад, ад станет Вайкунтхой. А если Шрила Пури Госвами Махараджа привести в публичный дом, он превратится в Вайкунтху. Потому что куда бы ни пошел чистый преданный, там святая Дхамма. Там проявляется святая Дхамма. Это придумал не я, это сказал народ Мдас Такур. Там, где вайшнавы, Вриндаван, где бы они ни были. Not only writing in Kirtan, you can search Kirtan. Not only writing, all my pilgrimage, going to pilgrimage, all different places pilgrimage I'm running. Not only Dagu speaking, Tirtha Yatta Parishram is a great travel. I'm going to Narottam Das Thakur говорит. To travel around different pilgrimage. Shakali Gune Brahm. Посетить все святые места не так-то просто, но вы тратите на это свои усилия и время, но не понимаете, что у лотосных стоп, придя к лотосным стопам вайшнава, вы посетите все святые места одновременно. Во время моего Гуру Махараджа я совершал паломничество, хотя назвать паломничеством паломничество во Вриндаване я не могу, поскольку Вриндаван — это мой дом. Сейчас, как бы вы ни заманивали меня, я не пойду ни в какие паломничества, поскольку я хочу быть здесь. Здесь, в Навадвипе, есть Вриндаван.
Люди время от времени спрашивают меня, вы уже посетили такие-то тиртхи? Нет, у меня нет совершенно никакого интереса к этому. За всю свою жизнь я ни разу даже не посетил Кумбха-мелу. Однажды даже во Вриндаване проходила Кумбха-мела, и на ней не был. Мне это неинтересно. Прабхупад также ни разу за всю жизнь не посетил ее. Итак, Наротам Дас Такур пишет: я приложил так много усилий, чтобы обойти все священные места, на какой смысл? Ведь если я приду к лотосным стопам Вайшнава, к лотосным стопам Шрила Бхактивинода Пури, Госвами Махараджи или Прабхупады, разве мне еще что-то нужно будет? Нужно мне куда-то идти? Нет. Все это просто беспокойство вашего ума, поскольку все ситхи находятся у стоп чистого преданного. Все святые места. Там, где Гуру, там Вриндаван, там Вайкунтха. Вчера мы говорили о том, страдает ли Параматма, если идет за Дживатмой в ад. Это та же самая философия. Если Гуру и Вайшнава приходят в этот мир, даже здесь они находятся во Вриндаване. По-настоящему они во Вриндаване. Если Кришна куда-нибудь пойдет, даже пойдет на адские планеты, разве вы думаете, что он действительно окажется в аду, если он пойдет в ад? Недаром Бхагавана зовут Ачьюта. Каково значение этого имени? Это тот, кого невозможно сместить с его положения. То есть Бхагаван не может пасть в ад. Что же вы думаете, что проститутка, которая пришла к Харидас Такуру, осквернила все вокруг? Нет, поскольку там находился Харидас Такур, это была Вайкунтха. Такова Сиддханта. Бхагаван Шри Кришна говорит: дорогой мой друг Удава, Кришна считал Удаву своим близким другом. Just like one man get up from dream,
Just one man get up from dream. Whatever he saw in dream, he can think reality? Когда человек просыпается, он четко понимает, что то, что он видел, пока спал, был ничем иным, как сном, что существует реальность и сон. Те, кто погружен, тот, кто погружен в невежество, воспринимает все происходящее с ним неотличным от себя. Но тот, кто обладает знанием, четко видит разницу между собой и материальным миром. One piston is there, it is called with a color instrument. We are taking water with color and ching, we are giving. You can remember? Во время праздника Холи, what ananda. Люди при помощи водяных пистолетов разбрызгивают разноцветную воду. В детстве мы так играли. Столько счастья было от такой игры. Отец давал 25 пайс. И месяц Джулан мы веселились, бросаясь цветными порошками. Но сейчас перестали играть даже в это. Все заняты телефонами. На Дурга-пуджу устраивали огромные праздники. И столько счастья это приносило. Ну, теперь даже маленькие дети заняты телефонами. Именно поэтому их разум, их развитие не прогрессируют, то есть они не развиваются. Для чего люди читают? Для того, чтобы развить свое воображение, для того, чтобы обогатить свое сердце. В детстве человек познает, как развивать отношения, общаясь с друзьями. Но теперь все изменилось. В детстве мы с утра до вечера играли с друзьями. Играли, разыгрывали спектакли. Кто-то играл роль Лакшмана, кто-то роль Рамачандры. И окружающие собирались и смотрели на наши представления. Ну, не было никакого сценария, мы просто придумывали и устраивали такой спектакль. Сейчас я вспоминаю, это так забавно было. Я это не забуду, свое детство так забавно. И подобные игры, общение со сверстниками в детстве помогает, обогащает сердце, помогает развиваться ребенку. Even Bhagavan when taking birth,
Находясь в материальном мире, мы действуем под влиянием другой материальной природы. Даже Бхагаван разыгрывает подобную лилу. Он говорит, я хочу есть. И это как раз-таки влияние гун материальной природы. Но ведь Бхагаван не находится под их влиянием. Но он делает так, будто бы он обычный человек. Именно это позволяет лиле осуществиться. Точно так же чистый преданный. Шрила Вамана Госвами Махарадж, Бхактивинода Тиртха Госвами Махарадж, мы своими собственными глазами видели. Вот, к примеру, Гуру Махараджу иногда приходили преданные и говорили. А вот однажды случилось так, что преданные пришли и сказали Гуру Махараджу, тот преданный сказал, что Ачарья сказал, что вы Канишха Адхикари. Гуру Махарадж расплакался, услышав это. Он назвал меня Канишха Адхикари. Я думала, у меня вообще никакого Адхикара нет. Он присвоил мне Канишха Адхикар. А вы почему переживаете? Это же замечательно. В то время Мадхава Госвами Махарадж и Гуру Махарадж ездили на поездах. Гуру Махарадж был невысокий и очень смиренный. А Бхактивинода Мадхава Госвами Махарадж был очень высоким и выглядел очень представительно. И как-то в поезде какой-то человек нечаянно или, может быть, специально положил свою руку на голову Шрилы Пури Госвами Махараджу, как будто бы благословляя его. Севак, увидев это, закричал, что вы делаете, вы хотя бы знаете, кто перед вами. А Гуру Махарадж очень спокойно ответил, почему ты злишься на него? Он меня благословил. Он благословил, а ты злишься. Преданные всюду видят Бхагавана. Напрямую или косвенным образом все происходит по воле Бхагавана. Если косвенным образом, то через майю. Если случится так, что вы окажетесь в опасности, вспомните историю с Джадабаратой. Даже несмотря на то, что вот-вот ему должны были срубить голову, он спокойно лежал на жертвенном алтаре. Он думал, если Бхагаван хочет этого, пусть так и будет, пусть они отрубят мне голову. Но по вдохновению Бхагавана, по приказанию Бхагавана, Бхадра Кали вышла из божества и срубила головы своим преданным. Почему Бхадра Кали вышла из божества? Физически вышла. По желанию Бхагавана. But
Дурьотхан говорит, я плохо поступил. Я знаю, что такое дхарма. Я знаю, что есть правильно, что есть плохо, что есть неправильно, что есть хорошо, что есть плохо. Но мне совершенно неинтересна дхарма. Я не хочу поступать в соответствии с ней. Я никак не могу прекратить грешить. Потому что мне это нравится. А затем он сказал, напрямую или косвенным образом все происходит по воле Господа, но в соответствии со своими самскарами у нас проявляется то или иное вдохновение. Имеется в виду вдохновение к тому или иному поступку. You are sitting inside heart as super soul, according to my karma fall, whatever inspiration you are giving her. I like to do wrong activities because my sanskar is bad. What Bhagavan can do? Bhagavan says, I am not responsible. Directly I am not speaking, you do wrong and good or bad. I told you, come to me, do devotion. Bhakti you can do. I only told. Bhagavan никогда не говорил нам. Surrender to me. Отворачиваться от него. Он говорил, придите ко мне, предайтесь мне. Но что делаете вы, говорит Бхагаван. Вы грешите, из-за этого попадаете в ад, а оттуда заявляете, что Бхагаван не помогает мне, и вините в своих страданиях Бхагавана. Но за что? За что вы вините его? Ведь он говорит, единственное, что вы должны сделать, это прийти ко мне и принять прибежище у меня. И тогда я защищу вас от всего. Единственная ваша обязанность — исполнять мои приказания, мои наставления. Я нахожусь в каждом из вас, как сверхдуша, а вы пытаетесь игнорировать меня. Вы не обращаете внимания на меня. Считаете себя главным действующим. Но я всегда с вами, но вы не обращаете на меня внимания. И то, что сказал Дурьотхана, замечательно. Ты в моем сердце. И я испытываю вкус к тому или иному действию в соответствии с плодами своей кармы. Никогда не было и не будет так, что дживатма будет разъединена с параматмой. Не будет так, что дживатма покинет тело в момент смерти, а параматма в нем останется. Конечно, нет. Они никогда не расстаются. На этом я хочу остановиться. Вы всегда опаздываете. Джават лингам нитохи атма тават карма нибандханам. Татаха випараджайо клешаха майя йога анувартате ванча калпатурвасхи кипасиндхивевча патитанам павана бхавишнабхьо нама. So, Hare Krishna, Hare Krishna. Кришна Кришна Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе 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 Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Itai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Itai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari 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 Bol. Itai Gaur Hari Bol. Vanchakalpatrosh. This kind of Harinam, hours after hours, we should do. Мы должны повторять Харинам. This is the main thing Mahaprabhu told. If you go on chanting this, someday you can feel some reaction. И это то, чему нас учит Махапрабху. Если мы будем повторять, наступит день, когда мы почувствуем изменения в сердце. Нам сложно представить, что последует за этим.